после шторма. Всем привет, с вами Настя Рупель, и я снимаю свое новое видео. Алло. Сейчас, одну секунду. Вот маленькая веточка. Смотрите, сколько веток. Мне надо было идти в музыкальную школу час назад, и как только я вышла, начался огромный шторм. Ну, как бы с утра уже был дождь и огромнейший ветер, который просто сдувал, невозможно было шагу ступнуть. И начался град. И настолько был сильным ветер, что, в общем, у меня вся курточка и вот... Сейчас, одну секунду, вот так вот. У меня курточка, вот здесь вот вся сторона правая, и вот ноги до сих пор мокрые. Сейчас стою, снимаю это видео, сейчас замерзну здесь. В общем, это, слава богу, это подсушило немножко на уроке, на батарее. Смотрите, там какая-то машина вот ездит. Походу, едет уже убирать что-то. В Германии прошел ураган под названием Сабине. Сабине — это немецкое имя, как бы не Забине. Возможно, это писали в новостях. А Сабин — это женское немецкое имя. Ну, по крайней мере, женское имя. Это могу вам сказать точно. Из-за этого урагана отменили рейсы из Гамбурга, а также, если не ошибаюсь, Берлина и еще каких-то там, может быть, Франкфурта, и еще каких-то там. Сегодня была вывеска в школе, что можно было не приходить в школу. Сзади меня вот огромное просто лужище. Я надеюсь, вам было видно все, что я вот показываю. Это огромная лужа. Все в воде. Посмотрите. Ха-ха, смотрите, здесь озерцо. Целое озеро, в общем, здесь у нас появилось. Здесь вообще-то, да, как бы цветы растут. И вот видите, да, вот эта вся шелуха, которая нападала. Тут бегает. Вот тоже куча палочек, если так присмотреться. Вот целую кучу таких палочек собрали. Так, сейчас пройдем лужу. В общем, хочу заснять это вот поближе. Вот. Тут нереально много воды. Смотрите. Мне интересно, насколько длинная. Ну, давайте возьмем вот такую палочку. Это еще оно все листьями заполнено, так что сейчас я, так как я снимаю одной рукой, я вот пытаюсь, в общем, вот столько воды. Здесь прям можно видеть асфальт. Можно руками залезть. Тут тем более лужи огромные. Ну и что хотелось бы сказать напоследок, когда у меня здесь немножко волосы торчат, так как я не брала никаких заколок с собой по такому шторму, как бы нет смысла вообще что-либо закалывать. В общем, дорогие друзья, ставьте лайки, а также пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, конечно же. Я вас всех люблю. Спасибо за просмотр. Целую, пока. И с вами была Настя Рупель. Если вы знаете еще какие-то такие истории, может быть, где в какой-то стране еще произошел шторм, пишите в комментариях. Всех рада буду видеть и слышать. Все, до скорых встреч, всем пока. Пока! Слышите этот ветер? Я очень надеюсь. Это как бы считается еще очень легкий. Смотрите, вот он. Надеюсь, вам будет видно эти мельчайшие движения деревьев. По моему меху на... Да, смотрите. Что, все, до скорых встреч, всех люблю. Камера немного трясется, но что поделаешь, я иду одновременно с этим. Все, всех люблю, пока, до скорых встреч. Ребят, сегодня погода какая-то очень странная. На второй день после того, как был шторм Сабина. Точнее, он уже, наверное, длится дня три, так как очень сильно ветер дует. Так, в общем, сейчас когда солнце и град.
как бы это не дважды, это град. И это как бы не совсем крупный град, но в общем, что-то смешанное. Такие вот делишки. Свидания, хорошего дня. Всех люблю, с вами была Настя Руби. Да, и не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, также жмите на колокольчик и смотрите мои видео. До скорых встреч, всем пока.